Нас до 24 февраля наша жизнь устраивала, в принципе. И кто там идет освобождать, все освобождают у себя там. Нам не нужно это освобождение. Там, когда рушится вся структура города, какие здания, в принципе, разрушаются, это очень тяжело. И когда выезжают люди, и люди думают о том, что как прокормить себя дальше, это не референдум, а это издевательство над людьми. Никакой референдум я не признаю. Я и в 2014 году не ходила ни на какие референдумы, и сейчас не пойду. У меня с разумом, хоть я старая, еще хорошо. Не надо завоевывать, мы чтобы жили сами тут, это самое. Не надо нам никаких там этих благодетелей. А референдум? Референдум где у нас должен быть? По поводу чего? А присоединение к России хочет провести. Да, хай сами там живут, нищете. Украина самая богатая была, всех кормила. И Россию, и Европу, и Америку.